продолжаем свой репортаж с выставки, которая действительно проходит у нас в России. Это международная выставка. И уже модели, которые будут представлены у нас в афганской Каракульче в разных цветовых решениях. Еще раз показываю. А сейчас, да, Ириш, спасибо большущее. Мне помогают. Длина изделия, я думаю, 80-85 сантиметров, наверное, да, ведь? Если не под 90. И посмотрите, как она... Нет, 85, хорошо. Посмотрите, это новая модель. Кто не боится объемов? Кстати, запросов было очень много на эту модель. Мы ее можем также сделать как в цвете капучино. Она очень красива, но все равно выигрышный это, конечно, в голубом цвете. И еще я эту модель вижу в чернике. Сейчас я обязательно покажу. Вот в этом цвете она тоже будет смотреться просто шикарно. Кто любит неординарные шубки, а эта модель именно относится. И кто любит объем дорого-богато, все это для вас. Обязательно одеваю капюшон. И вот такая вот модель. Можно носить, кстати, без пояса. Тоже очень удобно. Все карманы сделаны из замши. То есть это большой плюс. Они не вытираются и очень удобно по тактильным ощущениям. Вот такая вот красотка у нас получилась на этот сезон. Следующие базовые. Вы очень часто спрашиваете простые обычные куртки, да, которые будут также из афганской Каракульчи у нас представлены. До 56 и даже 58 размера. Если мы убираем. Вот. Это базовая куртка. Классический вариант. Опять же показываю голубой Каракульчи, потому что реально ее очень-очень мало. Да? Она бывает только в начале сезона. Поэтому успевайте. Смотрите. Длина сколько линз здесь идет? Я думаю, 70, а даже 80. То есть, если мы увеличиваем размер, мы немножечко опускаемся и по длине. Эта модель, она может работать как с капюшоном, опять же, одеваю, и как на Ирине, обычная базовая классическая стойка. Ничего лишнего нет. Курточка, которая спокойная по силуэту, кстати, очень удобная. Пройма идет снижена, то есть работа и на грудь, и на бедро. Повернемся по спинке. Я думаю, что эта модель, она красиво будет голубой, соответственно, можно со стойкой. Дальше цвет капучино. И опять, ну, наиболее мой любимый, это черника. Поэтому определяйтесь, и все это будет для вас. А по меркам объем груди и бедер обязательно. Всего хорошего, идем дальше.